вами канал Сибирский сад. Я получила вот такую посылочку. Это результат розыгрыша от Надежды. Футболочка должна там быть. Сегодня я получила на почте. Сейчас посмотрим, что там такое интересное. Так, она откроется? Нет, она так не открывается. К сожалению, я не очень часто получаю посылки, поэтому... Видео с распаковками у меня еще не было. Оп. Вскрыли мы пакетик. Торжественный момент. И вот он, наш призик. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут получилось. А получилась вот такая. Вот она, вот она. Оп-оп-оп. Вот такая девочка пришла к нам на футболочке. Эмочка размер. Вот. То, что было показано на экране. Так что, друзья мои, Сибирский сад благодарит своего друга по Ютубу. Я показываю, что это действительно пришло. Спасибо, Наденька. Успеха тебе. Интересный был конкурс, интересный был розыгрыш. Успеха каналу. И все действительно приходит. Никто никого не обманывает. Лично мы с ней не знакомы, но тем не менее вот такая футболочка пришла от Надюши. Так что, друзья, смотрите канал Надежды, смотрите мой канал. У нас все по-честному, все интересно. Ссылочка на Надин канал ниже в описании. Посмотрите, проходите, она постоянно проводит розыгрыши. Это очень приятно. До встречи на канале. С вами Сибирский сад. И вот такой мой призик от друзей по Ютубу. Спасибо всем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Эти лайки будут и мне, и отправившему приз. Нам будет очень приятно. До встречи.